Здравия всем, вы на канале Марка и Елены Дерегетти. Мы находимся на перевале Лукуманьо. Мы уже здесь снимали, мы находимся в ресторане. Сегодня 13 сентября 2020 года, время около часа дня. Вот оно, озерце, озерцо, где мы в прошлом году купались, принимали солнечные ванны. Обратите внимание на потолок. Это вот пино, да, сосна, которую мы купили на днях. Сегодня, и Марка вчера сделала из него ту форму, которая нам нужна, балку. И вот мы сегодня покрывали маслом. Вот оно из светлого должно вот в такое темное превратиться. Но она не темная, а именно, они как говорят, розовая. Именно такое солнечное. Вот из этого я окна вам снимала. Марко заказал себе салат. Мерси. Марко пьет пиво. Я пью Эревелло. Это яблочный напиток. Они бывают разного цвета, но это самый оригинальный. И я себе заказала суп. Я вообще салат хотела покушать, а потом смотрю, суп есть. Я никогда себе в супе не отказываю. Друзья, суп из каштанов, овощей, такой вот пюре, сладковатый. Я такой ни разу не ела. Очень такой вкусненький, пикантный слегка. Обратите внимание, за мной есть терраса. Ох, я извиняюсь. Ее не видно? Ох, терраса не видно. В общем, тоже много людей. Так, друзья, ну вот нам принесли. Cos'è? Pozzo di carne di cervo, ma a me non mi pare che ho letto. Non è salto in bocca. Что-то я подумала, что это сальто ин бока, она мне там крутила-вертела в этом меню. Ну вот, нужно будет поделиться с мужем. Потому что после супа, после ривеллы, кстати, ривелла очень вкусный напиток. Это яблочный сок натуральный, слегка газированный, бутылированный. Ну, такая вкуснятина. Нам приятного аппетита, друзья. Вам приятного дня и просмотра. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну что, друзья, работают без масок. Здесь это кантон Гриджоне. Вот такой вот ресторан. Но мы здесь уже много раз снимали. Санта-Мария. Гостиничный комплекс на перевале. Вот мы видим сбоку с вами небольшую вот такую террасу, где не было места для нас. Хотели мы здесь поснимать с дрона, но, наверное, ничего не получится. Небольшой ветерок. И поедем немножко ниже. Там есть такое углубление, которое закрывает нас от ветра. Вот она, церковь Санта-Мария. И вот здесь Мадонна с ребенком. Вот так весь этот комплекс выглядит. И трюфель. Ну, а баста ми дуй. Вот еще мне. Va bene? Va bene.
E poi c'è la coppa. No, no, basta così. Solo provare. No, no, basta così. Provare. La coppa, di dov'è lei, madame? Ma mi sta registrando? Val de Blegno. Ai, 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 ai. Vkusняшки. Di dov'è lei? Buongiorno, signori. Venite a provare un po' di formaggio. Ну вот, купили. Купили немножко продуктов. Всяких разных вкусняшек. Вот Марко меня уже ждет. Марко, мизерия, со мной едут тут двое. Так, ну что, друзья, едем. Едем мы, вот смотрите. Видите, впереди такое углубление. Сейчас мы туда заедем и будем пробовать взлетать наш дрон, чтобы он нам немножко поснимал уже. Все-таки какая красота, нереальная. Вот эти елочки, сосеночки. Марко меня поругал за то, что я купила продуктов. Сказал, мы на диете. Так что ж, нам теперь ничего не есть, что ли? Будем кушать. Но по чуть-чуть. Я вот себя могу контролировать. Во-первых, я очень редко смотрю телевизор, когда мы кушаем. Потому что я любуюсь природой. Ну, это с балкона, когда мы на балконе кушаем, да? А Марко, он смотрит и забывает. Я ему всегда говорю, освободи руки от ножа и вилки. Это вот такие вот моменты по поводу, чтобы не переедать. И он кушает очень быстро. И вот мы сейчас в ресторане покушали. То есть для меня это была, ну, супердоза, да? Я бы вот супчиком наелась бы и пошла. Но что-то вот как-то я упустила момент. Я могу. Упустила момент, что... Вот здесь уже дорога, видите, какая. Что это меню было. Ой, вот смотрите, военные машины переделали. Сейчас мы выйдем на улицу. Переделанный в кемпер. Вот, ой-ой-ой-ой. Чужие пришли. Пришли чужие. Это швейцарцы. А машины похожи прямо на наш КамАЗ. Как вам? Такая история. Но люди говорят по-немецки. Но номер швейцарский. Не будем уже говорить, что, как, где, во сколько. Давайте полюбуемся вот так. Погодой, природой. Здесь, видно, часто так останавливаются. Вот он уже, Марко, пошел. А я и корзинку взяла, чтобы посмотреть. Может быть, грибочки есть. Но дождя не было. Не было дождя уже, наверное, неделю. Только надежда на то, что роса все-таки из-за перепада температур ночью и днем. Днем-то, вот видите, солнце светит. Да? Почему говорю, что здесь часто останавливаются? Вот почему. Вот такой вот кострище. Он говорит, давай здесь остановимся. Ну вот, здесь останавливаемся. Сейчас будем пробовать. Не хочет он ни за грибами ходить. Ну то, что не то, что не хочет. Нога-то у него нерабочая эта мышца. Ему очень сложно, он потом лежит долго. Он говорит, я хочу быть полон жизнью, полон радости. Но с другой стороны, хочет и другие вещи. Поэтому
ждем, пока у него там все решится, потом будем лечить. А смотрите, здесь видно русло. Видно здесь русло. No, fai con tuo telefonino. A io faccio vedere come tu fai, а? Он говорит, да, давай с твоего телефона будем снимать. Ну, мой телефон, мой, что его телефон, это приемник. А камера-то у них там своя, да, это русло. Amore, guarda che belle sassi qua. Я говорю, какие красивые камни. Здесь можно камней набрать. Такие, которые поинтересней. И вот оно пошло-пошло. Оно сейчас сухое, потому что давно воды нету. Но здесь работ вести еще. Вот они там над замаркой, смотрите, вот так вот каменное строение. И с этой стороны мы видим с вами небольшой такой... Подождите, где мы видим-то? Да, вот оно, уголочек торчит, вот он. Ой, а какой красивый вот этот камень, он такой черный, как бы оплавленный, да? Даже он не черный, друзья, он такой смоляной или графит. Интересно, он пачкается? Нет, не пачкается. И мы с вами соединим сейчас, как поснимаем. Вон там даже овчарки у них есть немецкие. Вот она поднимается. Куда папа с мамой, туда и доча. По-видимому, девочка. Хвост прижат. Так, давайте смотреть, как он это будет делать. Я все-таки без него даже не могу разобраться. Он мне рассказывает, показывает, но мои возможности пока ограничены. Нужно, чтобы там все соединилось. Угу. Мне-то, да, я вот так вот джойстиками, когда уже все наладится, когда уже все джойстиками, я умею управлять. Это легко. Ну вот, если ветер большой, сильный, сейчас небольшой ветерок. Вот если мы посмотрим на дерево, оно колышется, но слегка. И здесь мы все-таки немножко, вот как бы нас горы закрывают. Если вот так 36 градусов сейчас развернусь, повернусь, покажу вам. Мы находимся в ложбине, защищены. А мы же поехали на... Там есть дига с озером, там, где мы купались, только с другой стороны. И там прям такое узкое, и ветер. Хотели дигу поснимать, не получилось. То есть я даже сказала, нет, пробовать не будем, потому что он же не мощный. Это же не вертолет. Вот микрофончик у меня в этом, в шубке. Поэтому ветра, может быть, и не слышно, а так-то он ветер. Ну вот как бы ни было, мы когда вот поехали, вот он с тех пор уже 2 килограмма сбросил. Партенца. Партенца, окей, вай. Ой, господи, серое на сером, я его не вижу. А, вот. Поехали, поехали, поехали. В лес за орехами. Ага. Ну что, друзья, вот на такой ноте мы с вами и закончим. Надеюсь. Тут же фай фильм? Окей. Guarda, guarda. L'ho spento. Adesso voglio farlo tornare indietro. Ma amore. Ecco, adesso funziona. Adesso vedi? Funziona. Uh-huh. L'importante è avere il piano giusto, grande. Uh-huh. Adesso fai ritorno. Uh-huh. Guarda. Ritorno. Adesso, guarda. Go home.
Арда. Вот он нажал, и он сам откуда взлетел. Viene da solo. Должен allora, по идее. Allora ha bisogno di un bello spazio, inutile. А perché tu tolto il film, io non ho capito. Tolto perché era solo la prova. Adesso vai via. Vai via. Io vado via. Я его не вижу. Он где-то вот надо мной. Ой, ты боже ты мой. Все, идет, идет на посадку. Идет на посадку. Дрон. Но не снимает. Марк, он... Все, ему нужно по очереди. Сперва летать, потом снимать, потом опять летать, потом садиться. Ну, в общем, вот так вот еще мы и дрон поснимали. Вот откуда он взлетел, с того же места он туда же и садится, то есть на ту площадку. Серое на сером вообще не видно, но сел. Слава тебе, Господи. Ага. Ну и будет прикреплено к этому видео. Естественно, сейчас мы наснимаем. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.